Это ты сделал? Я просто обязан кредиторить поставить ему. Приветствую всех присутствующих. Меня зовут Бордовский Егор. Я представляю город Харьков. И сегодня вам покажу веничный массаж, который называется Чудо-парк. Итак, берем форму. Мы уже прогрелись один разочек в санатории. Погрели, познакомились с паром, вышли, попили чаечек, на второй разик зашли, сделали соль, пили, вышли, попили чаек. И пока Анатолий там пил чай, я приготовил ему ложе из сена для нашего чудо-пара. И можно проходить, Анатолий. Ложимся на живот. Окунули венчик липовый для дыхания. Отлично. Прохладненькую водичку. Итак, в первой стадии нашего чудо-пара я буду работать кленовыми листьями. Они очень великолепно подходят именно для начальной стадии. Почему? Их еще называют шелковыми. Они огромные, захватывают большое количество пара, но при этом очень легкие. Когда в пару, они практически как набирают в себя пар, и можно уже раскладывать ими, делать что хочешь. Ну что, это все было присказка, а теперь пойдет сказка. Берем пар, водичку, подойдем на печь и ищем, куда пошел наш родимый порог. Надо сказать, что у каждой парилки свое распределение пар. Поэтому нашли, где он там у нас, подобрали к себе потихоньку и нежненько начинаем укутывать, распределять все по нашему человечку. Пока это идет работа практически бесконтактная. Мы ознакомливаем порог с человеком и человека с парой. Прошло у нас первое знакомство. Можно поддать еще порты. Поддали, нашли его, привлекли к себе, можно уже более активненько с ним поработать. Здесь уже можно сделать растяжечку и легкое. Начинаем прогревать потихоньку ножки. Порог у нас уже распределился, поэтому можно добавить еще. Забрали его. Опускаем потихонечку. Ступня. Икры у нас сильно большой жар не любят, поэтому
и делать 5 минут. Вот, да. Уже пошла более активная работа. Нужно еще дать. Если ноги хорошо не прогреть, человечка можно совершенно не попарить. Но можно их, работая с одними лишь ногами, пропарить человечка. Если уже можно смотреть по реакции. Если пошло небольшое покалывание пальцев, значит человечка уже хватит нашему гостю. Если нет, еще можно пяточки пройти, загреть, сделать припарочку и опустили потихонечку. Распределили порочек. Уже у нас прогрев мы сделали достаточно интенсивный и хороший. Здесь у нас пошла такая чудо-трава, как крапива. Окунули ее в тепленькую водичку. И этим всем пошли растирочки делать, поработали. Здесь у нас, надо сказать, что идет сразу фитотерапия. Интересно, здесь не надо ни поддавать. Все у нас есть. Это сено разнотравье, липкое дышит. Веничек крапивенный. И если его запарить, сразу в поливочке идет запах украинского зеленого борща. Очень интересная вещь. Сделали растирочку. Уже пропарили мы его достаточно хорошо. Вышел человек на определенный пик. И вот здесь у нас идет пиомассаж. Это смесь из отвара замороженных трав. То есть пошли проходить по человечку, сделали, по стопам прошлись. На стопах огромное количество биологически активных почек. Проработали, поработали с ними, запустили. Работаем на контрасте. Сделали, почувствовали, что как вам анаболики. Хорошо, отлично. После этого еще можно поддать. Здесь у нас уже пошла более интенсивная стадия. Здесь мы уже познакомили. И тут в этой стадии, во второй, бальщик может показать уже все свое техническое мастерство. Здесь могут быть и похлопывания. И постегивание, и чечеточка. И восьмерочку поделали в разных ее интерпретациях. То есть здесь можно уже работать, что умеешь, что делаешь, все можно выложиться. Но какое пожелание и замечание, это все не должно свалиться в одну кашу. Здесь должен быть определенный ритм, в котором я работаю с человеком и переношу свое настроение ему. То есть определенные можно сделать небольшую парочку.
10 минут, проработали все. Важно проработать все суставчики, где суставы у нас находились. В этой стадии мы уже пробили хорошенько. Уже человек подошел на определенный пик, мы его подвели. Но у нас еще работа не закончилась, поэтому потихонечку. Анатолий, перевернулись на спиночку. Венечки покажут. Смочили. Закрыли все у нас здесь аккуратненько. При переворотике у нас есть пиломассаж. Можно было обработать перед тем, сделать лобик, височные боли, пройтись, затылочек. Сделали. Здесь, опять же, поддали по ручке. Согрели. Стоп. Да? Нет, где поднять? А? Пара у нас, в принципе, достаточно, поэтому можно еще поработать. Опустили ножку. Поддали по ручку чуть-чуть. Хочется парковки. Мышечку, где у нас тепло не доставало до конца, можно вторую ручку поднять. Я держу вас, расслабляем. Зажали. 15 минут. Отлично. Отпустили. То есть здесь мы уже прошли
согрели его хорошо. И опять можно сделать небольшой контраст. Отдаю парку, и это все аккуратненько. Запускаем пар с бединки. Аккуратненько встаю на краешек, присели, взяли, обработали потихонечку. Легали. Можно вставать и потихонечку проходить, выводим человечка на свежий воздух, как будто ли его в полотенчике, и можно полежать или в сеннике, или на лавке просто, потом на ячейках. Все, спасибо. Спасибо.